В этом году корреспонденты телекомпании общались со многими известными россиянами, артистами, политиками, коллегами по цеху, журналистами. И все они в своих интервью находили возможность поздравить «Югру» с юбилейным годом. Наверное, от имени телекомпании, хотя я имею к ней малое отношение, все-таки призываю вас любить свое телевидение и верить в то, что оно будет становиться лучше и лучше, радовать вас и не просто информировать вас правильно и хорошо, но и доставлять вам какое-то удовольствие. Дорогие друзья, я от души поздравляю вас, вашу телекомпанию «Югра» с юбилеем. Ну и как юбиляр юбиляру, желаю вам процветания, желаю, чтобы у вас всегда были свои зрители, чтобы они ждали ваших передач, ваших шоу, ваших фильмов, разговоры с вами, диалога с вами. Это так важно, верить во что-то. Мне хочется, чтобы у вас было больше позитивных программ, чтобы вы разговаривали со зрителями, то есть с нами, со знаком «плюс». То даже если мы говорим о грустном, мы должны знать, что это грустное пройдет, и обязательно будет солнышко. Дорогие зрители и слушатели прекрасной телерадиокомпании «Югра», я поздравляю всех вас. Профессиональный коллектив, отмечающий 20-летие, коллектив, который умело создает телевидение и радио, коллектив, за которым идут многие коллеги, потому что здесь работают потрясающие профессиональные люди. Поэтому я хочу поздравить всех-всех с праздником, с юбилеем, пожелать крепкого здоровья. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday телерадиокомпании «Югра». Охрипшим голосом, но живое пение еще никогда никому не вредило. Happy birthday to you! Дерзайте, становитесь добрее, делайте так, чтобы вас с удовольствием ждали, чтобы ждали, когда вы что-то скажете хорошее. Восхищайтесь и будьте простыми, сами собой. Не наигрывайте ничего. Пусть процветает ваша компания во имя, во благо региона и не только –